обособленном подразделении ООО «Промтранспорт» очередное пополнение автопарка. К выходу на линию готовят 2 автосмесителя и 2 топливозаправщика от шведской компании «Скания». Современная техника полностью адаптирована для работы в суровых северных условиях. Главная особенность машин – повышенная надежность, новый уровень безопасности и комфорта для водителей. Автобетоносмесители поступят в Центр строительных материалов. Расширение автопарка – один из этапов программы увеличения выпуска цементно-содержащей продукции. Машины оснащены системой РА «ГЛОНАСС» – камерами заднего вида. Бетоносмеситель очень вместительный, за раз способен перевести 10 кубов смеси. Кабина оснащена по последнему слову техники. В частности, водительское кресло оснащено пневмоподушкой, установлена климатическая система с кондиционером, дополнительный отопитель салона, зеркала с обогревом. Также впервые мы получили машины, у которых установлены впереди специальные металлические защитные брусы, которые минимизируют возможность порчи системы охлаждения двигателя. Топливозаправщики ждут на восточном руднике. Пополнение рудничного автопарка – часть инвестиционного проекта по развитию рудно-сырьевой базы этого структурного подразделения. Новая техника станет перевозить дизельное топливо. Особенность современных топливозаправщиков – автоматическая коробка передач, что повышает долговечность двигателя и трансмиссии. А система видеонаблюдения с круговым обзором решает проблему слепых зон. Установлена система слежения ГЛОНАСС, которая следит за местоположением заправщика. Можно его будет оперативно перенаправить. Также стоит система выдачи топлива ЭМИС-МАС, которая, скажем так, минимизирует вмешательство водителя в процесс и заправки, и подсчета количества нефтепродуктов. Новая техника приступит к работе в конце месяца. Экипажи будут сформированы из самых опытных водителей обособленного подразделения.